Лето давно закончилось, а значит, пора свой дачный сезон завершать правильно и готовить свой участок к зиме. Сегодня мы с этим будем разбираться вместе с Ксенией Котовской, преподавателем Красноярского государственного аграрного университета. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! И будем сегодня с вами общаться, как нам все-таки дачный участок подготовить к зиме. Вы как ландшафтный дизайнер должны знать о том вообще, что, наверное, делать с почвой. Давайте с этого начнем. Нужно ли с ней что-то делать? С газоном нужно что-то делать? Газон обязательно. Стрижем на минималочку, на двоечку. То есть обычно мы стрижем его летом на четверку, на тройку, ну кто как любит, на двоечку. Для того, чтобы он весной очень быстро, ровненько вышел, чтобы не скарифицировать весной. А нужно что-то дополнительно поливать как-то, удобрять перед зимой еще дополнительно? Смотрите, если сейчас будет осень у нас, вот все-таки у нас осень, еще не зима, да, давайте. Согласны. Если у нас осень будет продолжаться сухой, то влагозарядковый полив, безусловно, нужен для плодовых деревьев, для декоративно-лиственных. Нужен будет. А что делать с цветами? Вот те же розы, как их готовить к тому, чтобы они перезимовали хорошо? Розы одна из моих самых любимых культур. Все-таки это королева сада. Она цветет все лето. У нее три волны цветения. Вот сейчас на экране вы видите, как мы розы укрываем в сухих коридорах. То есть мы пригибаем сами кусты, удаляем все абсолютно листики, обрабатываем бордоской смесью, чтобы никакие патогенные микроорганизмы там не завелись, пока мы зимуем. И в сухой коридор пригибаем лапником, дугами и укрывным материалом. Весной рано мы проветриваем. Сейчас на экране именно та история, когда весной мы слегка приоткрыли укрытие, чтобы там воздух, да, заходил. Чтобы там не было... Вот, розы мы пригибаем без единого листочка. Пригибаем. А куда листочки? Земли. Обрезаем. Сейчас, кстати, они уже начинают падать, поскольку у нас минус. Да. Корневую шейку обязательно. Посмотри, обратите внимание, что корневая шейка здесь засыпана. Это самое слабое место у этой культуры, поскольку она выдерживает 3 градуса, минус 3 градуса, а потом она может вымерзнуть. Конечно, зависит все это от сорта розы, безусловно. Канадские розы, допустим, мы не укрываем, парковые тоже, садово-парковые. Но есть те сорта, которые необходимы именно в сухие коридоры, и они спокойненько зимуют. Но самое главное, их вовремя открыть весной. Это как понять, когда момент наступил? Когда мы свою шубку меняем, и тут мы должны, когда первый плюс в марте уже начинает пригревать, мы должны вспомнить о том, что у нас там розы, и чуть-чуть тоже приоткрыть. Слегка бочок. А готовите к зиме нужно когда? Когда какой минус, я не знаю, какая температура или первый снег? Вот когда нужно их уже, чтобы они были вот в этом сухом коридоре? Смотрите, сейчас мы уже потихонечку корневую шейку подгребаем. Чтобы вот сегодня у нас минус 4 было, я выезжала из дома. Ночью, да? Да, уже было минус 4. Вот, именно поэтому корневую шейку я уже закрыла у своих роз. И потихонечку начинаем пригибать листочек. Сейчас на этой неделе, на следующей будет уже сам потихонечку отходить с минусами. В общем, вот. Самое время. И все, да. И к ноябрю мы должны быть все укрыты. Ну, а в целом, что еще нужно сделать на даче, помимо, вот, может быть, растений? Какие еще самые важные дела мы должны выполнить на том участке, которым мы зимой, допустим, не планируем быть? Мы не планируем там сильно заезжать и присматривать. Мы должны первое, что сделать, это очистить. То есть у нас должна пройти уборка участка от плодов, которые упали, и мы их не съели, да, к примеру. Листья, которые накапливают за сезон какие-либо болезни на себя. Их лучше все в компостную кучу, в компостную яму убрать. Если особо больные, конечно, были растения, то сжечь всю эту листву. Что, кстати, будет прекрасной золой для укрытия роз. О, да. Тоже использовать, да? Да. Золу всю на грядке, всю к кустарникам. И вот обратите внимание, сейчас показывается саженец, молодой саженец, однолетний, двухлетний, плодовый. Как мы его укрываем в зиму? От зайцев.
Это очень важно. У нас есть мыши-зайцы. Убирая растительные остатки, мы, скажем так, исключаем привлекательность мышей к нашему саду. Именно поэтому, а чтобы защитить вот особо, скажем так, хрупкие создания, вот такие вот буквально вот палочки, но которые превратятся потом в огромную яблоню. Вот эта яблоня, кстати, это фотография 6 лет назад. Сейчас она полностью в плодах. И вот это было все не зря. Хотя у моих соседей все съели зайцы. Грызуны прибегают, да. Даже прям ствол едят. Да, они съедают полностью кору, что в принципе уже... И они голодные. Зайцы жадные. По весне и мыши, вы знаете, они беспощадны. И получается, как нужно действовать? Нужно опять же прикрыть каким-то лапником, да, каким-то... Сетка. Мелкая ячеистая сетка. Меленькая-меленькая, буквально на сантиметр, на два, куда уже и мышь не проберется. И самое главное зафиксировать этот саженец, потому что сейчас начинаются ветра очень сильные. Каркасное укрытие. Это вариант еще, да, тоже? Это лаванда. Очень многие считают, что лаванда у нас не зимует. Она у нас зимует с танцами, с бубнами. Вот, пожалуйста. И вот сверху, соответственно, вот так вот каркасик делаем и сверху натягиваем. Да. Это еще молодой мой сад, когда еще все только-только разрасталось, и я первые годы очень тщательно уберегала все от заморозков. Ну, а знаете, еще на дачах, мне кажется, нет ни одной дачи, где не было бы теплицы, в которой, не знаю, кто-то помидорчики выращивает, кто-то огурчики. Что делать с теплицами, с парниками? Есть ли тут какие-то рекомендации, советы от вас? Закрыть. На замок. Спрятать. Нет, это, кстати, не лучший вариант. Во-первых, все помидоры мы сейчас уже убрали. Так. Все томаты, прошу прощения. Томаты, будем Хорошо. Называть культуру культурно. Томаты мы уже убираем, поскольку сейчас уже начинается холод, минус, конденсат и все это размножение вредных патогенных микроорганизмов. Поэтому теплицы мы должны промыть от скопления мошек, блошек, всяких разных грибковых и так далее. Чем мыть? Обычно мы берем мыло, дегтярное мыло самое лучшее, зеленое мыло, хозяйственное, кто чем, вы знаете, в наше время очень садоводы, я бы сказала, очень такие вот прозорливые, они такие бывают, вот находят лазейки, содой моют, золой моют, фунгицидами промывают, фунгицидами, инсектицидами, то есть от вредителей, от болезней спецсредствами. Ну, лучшее средство – это керхером и полностью ее всю покрыть. И снаружи, и внутри, и снаружи. А когда помыли, что с ней делать? Чистота – залог здоровья. Это точно. Тогда уже можно закрыть ее. Все закрыть хочешь, а? Все закрыть. Смотрите, мы ее промыли очень тщательно. Там образуется... И землю, кстати, тоже. Промыть землю, прям да, с мылом? Да, промыть, со спецсредствами, чтобы действительно там все микроорганизмы, скажем так, которые зимуют, которые начинают туда уходить, в землю глубже, прорыхлить еще раз, все протравить, так. Чтобы у нас была стерильная. Это, по сути, лаборатория. Теплица – это наша лаборатория. Мы должны убрать весь грязный инструмент оттуда, все бочки какие-то, пакетики. У нас всего этого очень много. У нас должна быть идеальная стерильная чистота. Затем многие засеивают сидиратами. Сидираты, они выкачают почву, они еще умудряются у нас всходить в теплицах, ведь днем-то у нас приличный плюс. Вот, накрывают укрывным материалом, там сходят сидираты, которые обогащают почву и избавляют еще дополнительно от вредителей болезней. Что делать с деревьями и какими-то кустарниками? Смородина, я не знаю, какие-то, может быть, вишня, что-то. Она вот как стоит, так и стоит, или нужно тоже подготовить? Смотрите, у смородины, наверное, самое главное, смородина у нас у всех, даже на самых стерильных участках, поражается грибковыми к осени. Она у нас и вредителем. Собрать весь лист. Собрать весь лист пораженный и сжечь желательно, потому что, как правило, это мучнистая роса, ржавчина и вредители, которые начинают в этих листиках потихонечку искать себе укрытие в зиму. Поэтому смородина у нас не вымерзает. Самое главное, что она болеет. Надо вот листик убрать. Листик убрать, да. Хорошо. Что-то еще мы упустили из важного. Что еще нужно сделать на участке? Или слить воду со всех емкостей. Это очень важно. И слить ее не просто вот бездумно, а слить ее под плодовые либо декоративные деревья. Хвойные очень любят влагозарядковый полив в зиму. Ведь весной мы знаем, что хвойные, декоративные хвойные очень часто подгорают. А подгорают они именно из-за того, что им не хватило влаги.
в момент, когда они засыпали. Они не напитались на полную. Поэтому самое главное, это чтобы все наши растения ушли сытые, довольные, здоровые и счастливые в зиму. Здорово. Я желаю, чтобы зима получилась у всех счастливой. Благодарим Ксению. В студии у нас была Ксения Котовская. Это преподаватель Красноярского государственного аграрного университета, ландшафтный дизайнер. Спасибо вам за рекомендации. Спасибо.